Сейчас бы хотелось с вами поделиться видеообзором приложения Фиксики. Почему? Вот я, например, прочитала описание к этому приложению, и написано: больше вашему ребенку не нужно томиться перед телевизором в ожидании очередного. И чего же очередного, мы сейчас узнаем. Вот, напоминаю, что мы находимся в магазине Windows 8.1 Professional. Вот, категорию мы сейчас рассматриваем, такую как развлечение. И посмотрим же, что собой представляет приложение Фиксики. Итак, как обычно, бесплатно установить скриншоты. Посмотрим скриншоты. Вот, оценочка. Это всего 3 оценки, но все однозначно ставят 5. Вот, смотрим описание. В ожидании чего же нам не нужно будет томиться перед телевизором? В ожидании выпуска фиксиков с новым приложением, все самые свежие серии всегда в вашем устройстве. Вот. И что мне здесь нравится? Здесь русский язык. Ну, мне кажется, это приложение, конечно, понравится для родителей, чьи дети смотрят фиксики. И будет удобнее не ждать их, да, действительно, очередного выпуска по телевизору, а смотреть онлайн, когда там ребенок захочет или начнет капризничать, отвлечь его таким вот маневром. Нажимаем «Установить». Похожие предложения у нас Машенька, Машенькины сказки. Вот. Они платные, но, думаю, мы найдем потом и бесплатные, тоже посмотрим, что же такое в них интересного, какие же сказочки мы можем почитать нашим деткам. Идет установка, загружается, устанавливается наше приложение Фиксики. Установилось, открываем. Вот такое приветствие у нас. Ждем, когда же откроется. Вот, и, в принципе, что мы видим? Главное меню – скачивай, смотри обои. Посмотрим, что можно скачивать. Пожалуйста, вот так вот мы сделаем. Нужно авторизироваться, чтобы посмотреть серии купленные. Не успела прочитать. Вот. Ну, сейчас нужно зайти в нашу запись Microsoft, я выбрала, но я сейчас, наверное, выберу другую. В принципе, если просто закрыть эту страничку, которая нам предлагает авторизироваться, то вот все равно мы видим эти все серии. Вот, ну, посмотрим, что можно здесь сделать. Вот, например, все равно нужно авторизироваться, но я выберу Google аккаунт. Так-с. Я ввожу свои данные, вы вводите свои. Принимаем, что оно здесь хочет от нас. Все, пропустить. Вот видите, как, конечно, неудобно сделано это приложение. То, что нужно покупать серию. Она стоит $12. Вот, но мы, естественно, ее покупать не будем. Все серии стоят по $12. Конечно, для родителей я бы такого счастья не посоветовала бы, потому что все-таки есть, конечно, вот и бесплатные серии: компакт-диск, пылесос, будильник и сифон. Все, больше ничего бесплатного, походу, нету. Видите, он с таким зеленым стикером. Бесплатно. Ну, попробуем посмотреть компакт-диск, скачать его. Вот, установить.
думают, и что же она нам покажет. Ну, якобы идет закачка. Компакт-диск. Скорее всего, так серия называется. Вот, довольно быстро качается. Ну, конечно, всего 4 серии. Это маловато. Ну, все равно посмотрим. Открывается ли серия полностью тоже. Может, это какая-то демо-версия, 3 секунды. Хочешь смотреть дальше, заплати. Вот, ну, ладно. Сейчас посмотрим, что же у нас здесь загрузилось. Вот только что было окошко. Может, оно здесь в онлайне. Да, вот смотри, серия. Одна серия у нас есть. Смотрим. Вот наша серия. Серия про компакт-диск. Ну, все, в принципе. И опять, если посмотреть новые серии, то новых серий нету. Есть только вот эти вот 3 штуки еще бесплатных, все остальное платное. В принципе, в этом заключается суть приложения Фиксики. Вот, ну, ставьте лайки, подписывайтесь на наши обновления, будет еще много чего интересного.